воздух. Привет подписчикам, зрителям моего канала. Опять мы, ребят, на речке. Погодка сегодня шикарная, смотрите. По восьмого время у нас. Штилечок, тишина, солнышко светит. Ну, прям погода сегодня радует. И будет, да, плюс 14. Вчера был на этом месте, хорошо на себя показало. Или снасть, или место, не знаю. Видео уже, наверное, на канале. Скинул барахлишко свое. Сегодня видео было, наверное. Вот приходила мне удочка-самоловка новенькая. Хочу ее сегодня испробовать. Буду рыбалить на нее. Поплывочка моя. Надо ее сделать. У меня вчера ее поломал. На видео можете посмотреть. Кончик отломала нафиг. Сейчас мы ее сделаем по-быстренькому. Закинем и посмотрим, что у нас будет ловиться. Я думаю, уже, наверное, начнется крупненький карасик ловится, а не вот эта мелочь. Насадка у нас червь будет. Взял кукурузу с собой. Тут прикормочка осталась. Карасевая называется. Это просто мед сейчас сюда добавим. Замешаем. Чуток медика. Чтобы забивать на кормушку. Достаточно не на одного. Берег тут еще неудобно нифига. Хотя воды не приходило. Вода как придет, тут будет прям нормальное место. Оба. Еще надо будет добавить. Сейчас парочку таких лепешечек закидаю. Точку ловли. И хватит нам. Вчера вон там он у меня ловился. Блин, погода вообще прям не нарадуюсь. Сейчас весной ветра очень часто дует. Опа. Подсудим червячка. Опарика мы потеряли сле. Банку целую. Теперь рыбалим на червяка. Ну, вчера он ловился. На червяка хорошо. Может, уже его пригрело. Может, нормально ему на червяка клевать. Есть. Вот. Теперь забьем эту кормушечку. Сейчас прикормочка чуть еще поднастоится, будет более твердой такой и липкой. Сейчас она пока чуток жидковатая, но она постоит и будет нормально. Глубина та же оставляю. Так, ну что? Первый заброс, ребят, в апреле. Посмотрим, как апрельская рыбалка сложится, не сложится. Ух ты! Хороший! А, я его так еще зацепил, блин. Оба, иди сюда. Первый есть, и первый, ребят, хороший. Хороший карасик. Крупненький. Ух ты, ух ты! Не-не-не. Не, друг. Смотрите, какой. Нормальненький. Больше ладони. Говорят, съедобный. Все берет на червячка. Так, что тут у нас прикормка есть?
Все есть. За перо, что ли, схватил? Как я тебя схватил? А, нет, клюнул. Ну, тихо, все. Клюнул, думал, его за перо подхватил. Чуть поменьше, ребят. Ух ты, вот это хорош, вот это хороший карасик. О, как побежал, блин, далеко. Хороший карасик, зачетный. Только закинул, садил свеженького червячка, потому что меняю после 2-3 поклевок. Смотрите, какой самец. Вот это уже поприятней, намного поприятней. Еще и коренной. Ништячок. Да, ребята, оснастка реально все изменила. Прям ништяк. Я такого эффекта не ожидал. Не, раньше ловил на нее хорошо тоже. Ну, когда коряк у нас таких не было тут. Сейчас коряги. Ну, сейчас поменьше, все равно воды мало пока. А вот чуть попозже воду спустят, и на нее нереально будет ловить. Так что пока ловим, пока есть возможность. В том году эту оснастку тоже увидал. Человек на нее рыбалил и довольно хорошо ловил. Ну, часто отрывал. Красавчик, блин. Черненький, ребят, смотри. Какой классный, блин. Красивый карась, красивый. Заглатывает прям хорошо, свежий. Он маленький. Ладошечный, такого отпустим, наверное. Так, тут у меня чуток снасти. Расстроился. Оба. Так вот. И Алис Гуд. Ну, но до конца он его не сдавливает. Под воду не утаскивает. Ну, вот сейчас посильнее утопил. Во, начал потихоньку двигать. Бодрый, иди сюда. Хорош карасик, блин, надо попустить. Ты что, ожил, что ли, а? Блин, зацепился. Тут, короче, ребят, уже катушка такая старая, что в ней получилась прорезь. Ха, там, где леска ходит. Блин, зацепляется. О, вот это я понимаю, уже рыбалочка начинается. И тащить приятно. Давай. Да что ты, может? Самоловку, ребят, убрал. Вообще на донку 0 поклевок. Весь он у берега. Не хочет клевать он на нее. И я убрал ее. Так как нету смысла. Подождем весны. Такой уже нормальной теплой весны. Я вам покажу, как она будет ловить. Черненький, видите, какой-то.
Прикормочку, ребят, подкидываю где-то. Минут 20 проходит, кидаю один шарик. Вот такой небольшой, такой вот шарик. Тогда на два его можно сделать, ну, чтобы побольше площадь. И закармливаю нашу точку. Блин, я думал сазанчик, ребят, но такой длинный. Смотрите. Хорошо заглотил. Ух, как заглотил. Такой он. Тихо, бодренький. Больше я не... Хотел сказать, я больше в этом сезоне не буду ронять рыбу. Не, вот он. Хорош. Пока что-то тишина, ребят. Ну, есть поклевки, вот один сошел. О-о-о-о. Ты что делаешь? Ты что делаешь? А? Только начал себе чай наливать. Вот он. Ну такого я, наверное, отпущу. Прям мелкий. Ток чайка себе налил. И вот он, карасик. Так, надо свежего чуть поднасадить. Блин, сегодняшняя рыбалка мне нравится. Вы тоже ставьте лайки. Посмотрю. Кому понравилось, конечно, ставьте лайки. Посмотрим, как вам нравится такая рыбалка, не нравится. Оба. Вот она, волшебная оснастка. Это я ее, ребят, сделал пока сейчас. В принципе, чуть попозже. Он карасик начнет. И так активно ловится на обычную снасть. Ну, пока мы ловим на это, потому что сейчас он осторожный. Особо клевать не хочет. Обаньки. Погода чуть изменилась. Начал ветерок дуть. Ну, тепло, сижу в свитере, без шапки. Тумас, иди сюда. Давай, хлеб, подымать не хочет. Капушки, хана. Иди, иди. Офигеть, блядь, да. Да тихо. Ха, я-то думал, там-то будет. Катушку вообще прям у нас это ломал мне. Катушечка старенькая, ребят. Сейчас попозже буду заменять. Что-нибудь получше, поновее поставить. Там на Алиэкспрессе себе приглядел. Скоро, наверное, поменяю. Смотрите. Ребята, а вы напишите, какую вы насадку используете весной. Может быть, что-нибудь я попробую для себя. Да и подписчики почитают. Кому-то будет полезно. Ты тоже дюбнул. Такой нормальный. Тяжеленький. Тяжеленький карасик. Тихо. Тебя мы оставим. Нормально уже наловил сейчас. Закончу рыбалку. Покажу его всего. Ну и отпускал даже. Трех штук я выкинул. Один мелкий был вообще. И два вот вам показывал, пускал. Придавил, ребят.
Ну пока не тащит. Просто придавил его. Вот, дюбает, дюбает, дюбает. Да ну! Ой, красавчик! Блин, какой классный! Смотрите, какой забоняк! Неужели зашел? Блин, скоро будет ловиться такой бешеный забан. Лапти будут огромные. Смотрите, какой красавчик, блин. Тебя я пожарю по-любому. Ну, притапливает. Возможно, забанчик, потому что поднял. Вот они, хороший карась. Ой, какой. Давай, 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 иди-ка. Ну ты мой хороший. Ага. Сейчас покажу, ребят. Хороший карасик. Чистенький такой, не грязный, ничего. Ништяковый. Оба, пошли. Погода меняется, становится теплее, и рыбка начинает активно клевать. До этого и снег у нас выпадал, клёва вообще не было. А это вот сегодня второй день тепла, и прям офигенно. Клёв, конечно, не сравнить, что было, когда вот холодно. Изменяется рыбалка сразу, становится интересней, ну и рыбка покрупнее. Дед там что-то рядом сидит, ругается. Даже карасей, говорит, нету, ребят. Не хочу хвастаться, что я там ловлю лучше или еще что-то. Ну просто эта оснастка реально спасает. Кто ловит такой оснасткой, поставьте плюсик. Может кто, о, сплыл, может кто использует. Где тут сидит он, у него, ну прикормка, не знаю. Может и прикормка что решает, но я думаю, эта снасть решила все. Ну и плюс прикормка, все это в одном обстоятельстве, и получается у нас рыбка ловится. Вот сейчас опять идет поклевка сразу же, вот только закинул при вас. Дюб, 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 дюб. Да, мелкий карась давит, уносит, а крупный карасик поднимает поплывок. Интересно, конечно. Но опять она, во, во, потащил, потащил, топит, топит, топит. Опа. Во, во, во. По-моему, они сейчас ко мне сюда переедут. Будут у меня тут рыбалить. Здесь вот туда. Да не, не. Не, не. Все на глазах у вас. Онлайн, онлайн рыбалочка. Так. Ну и путаться она, конечно, любит. Не сильно, но бывают моменты, что два крючка между собой сцепляются.
Да что ты будешь делать, а? Вы дадите мне сегодня поесть, а? Ребят, пока сел пообедать, уже, блин, третий карасик. Как заглотил. Оба. Не, больше я тебя отпускать не буду. Хорош, красавчик. Оба. Ну все, ребят, наверное, это будет последний наш карасик. Сейчас буду собираться, закину еще удочку, конечно. Но я думаю, на сегодня нам хватит. Оба. Пошли посмотрим, ребят, сколько мы наловили. Ну вот. Вот такой вот уловчик. За 2,5 часа. Ну что, отпускал, видели. В принципе, я считаю, это нормальный улов. Время у меня сейчас нету. Ну, посидели, все равно кайфанули. Сейчас вот удочка стоит. По-моему, идет еще поклевка. Ну да. Эх ты, сошел. Ну фиг с ним. Пошли, еще раз покажу. Карасиков. Такие вот, один прям хорошенький, он тут крупненький. Ну все, ребят, кому понравилось видео, ставим лайки, не забываем, подписываемся на канал, кто не подписан, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить розыгрыши или новые видео. И всем пока-пока.